чтобы поднять коэффициент полезного действия населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время. Депутат рассказал агентству РИА Новости, что необходимо уменьшить рабочий день на час, так как в зимний период из-за раны наступающей темноты люди подвержены депрессии. Все эти факторы, по мнению Милонова, приводят к падению КПД до нуля, а нововведения якобы снова повысят его до 100%. Политик отметил, что предложение будет обсуждаться со специалистами, медиками и профессионалами в области гигиены труда. Предполагается, что именно они должны решить, насколько полезным будет сокращение рабочей недели. Ранее Росстат посчитал, что в среднем больше всех в России работают жители Севастополя – 39 часов в неделю. После по продолжительности рабочей недели идут Калмыкия, Воронежская область и Еврейская автономная область.